Как-то раз один молодой юноша хотел изучать знания, присоединиться к какому-то джамаату и изучать знания. Он колебался, заходит в мечеть, видит в мечети и там круг, и здесь круг. Там один шейх уроки ведет, тут один шейх уроки ведет. И он колебался, думал, кому же мне подойти, где же мне изучать знания, где же мне получить настоящие знания. Тогда он не смог никак определиться и за помощью обратился к одному из хороших людей, к салихинам, и сказал, я, говорит, хочу присоединиться к какому-нибудь джамаату, чтобы изучать ильм, чтобы изучать знания. Подскажи мне, пожалуйста. Этот человек говорит ему, пойдем со мной, я тебе покажу. Заходят они в мечеть, большая мечеть, как я ранее говорил, круги, везде ведутся уроки. Они приходят к первому кругу. Все те же, они из правильного пути, тоже называются из Ахлю Сунна валь Джамаа, правильные. Они к ним подходят, они, значит, сидят, шейх сидит во главе, вокруг сидят ученики и слушают, что он рассказывает. Они оба подходят, он говорит, идем, подходят и возле этого ихнего круга стоят. Не садятся, стоят. Тогда этот шейх, который в этом кругу преподает, увидел их и говорит, «Эй, вы оба садитесь!» Вот так обращается. «Эй, вы оба садитесь!» Тогда этот человек говорит, «Я не хочу садиться в твоем кругу. Я не хочу тебя слушать». Тогда этот человек отвечает ему, шейх отвечает ему, «Почему ты не хочешь садиться?» Он говорит, у меня в сердце есть плохое мнение о тебе. У меня в сердце есть плохие мысли о тебе. Я о тебе плохо думаю, говорит он. Тогда этот шейх разгневался и говорит ему, у меня тогда есть тысячи плохих мнений о тебе. Уходи отсюда. И прогоняет этого человека. Он берет за руку этого молодого юношу, этот человек уходит, они приходят ко второму кругу. Во втором кругу тоже сидят ученые, один шейх преподает, ученики вокруг, как положено. Опять они оба приходят, стоят. Тогда, как книги пишут, этот ученый шейх обратил на них внимание и говорит им, «Халля джалясту». Это слово используется как «не сядете ли вы?». То есть, смотрите на разницу. Первый говорит, «Эй, вы оба садитесь!». Второй говорит, «Не сядете ли вы? Не хотите ли вы сесть?». Тогда этот мужчина говорит, «Нет, мы не хотим садиться. Мы не сядем в твоем кругу». Этот человек спрашивает, «Почему вы не сядете тогда?». Он говорит, у меня в сердце есть что-то, то, что я чувствую по отношению к тебе, у меня есть какая-то вот неприязнь к тебе. Тогда этот человек отпустил голову, говорит, этот шейх, и заплакал. И заплакал. И говорит, возможно, Аллах открыл тебе мои какие-то скрытые аибы, какие-то мои скрытые недостатки, которые были скрытыми. Возможно, Аллах тебе дал их увидеть, заплакал, говорит, и начал таубу делать. Астагфируллаху аль-азим, астагфируллаху атубу илей. И сделал покаяние. Тогда этот мужчина, этот человек сказал, говорит, этому юноше, так в какой ты из этих двух джамаатов пойдешь? Так в какой ты из этих джамаатов пойдешь? Какими бы знаниями ты не обладал, какой бы глубокой ни была твоя набожность, она всегда будет оцениваться твоим нравом. Как бы о тебе люди хорошо не говорили, как бы хорошо ты не говорил о религии, о знаниях и так далее, всегда ты будешь оценен, брат мой, по твоим нравам.
Потому на каком уровне твой нрав?